Всем привет! Сегодня у нас будет битва гильдии очередная, опять девочки в сборе. Вот такой вот состав у нас будет. Будем пробовать трешивать против топовой гильдии. В составе у нас будет интересный очень герой. Вот он. Посмотрим, что он сможет сделать. Нагнет ли он топовый или нет. Или все-таки поставим фею. Ну, побежали бить монашек. Так, что у нас тут? Фрейя стоит. Ну, конечно, через Фрейю будет бежать очень сложно, но постараемся. Как видите, очень неудобно. Надо Атлантика брать с собой. Вот вертолетики заряжаются. Так, ладно. Чихом, а потом оставим на потом. И тут Фрейя. Да, запарили вы со своими Фрейями. Придется брать Арасика. Ой. Потому что без Араса сложно. Видите, мы зависаем, получается, на голубях. И ничего не можем сделать. Топовая расстановка. просто вообще топ. Атлант пропал, хранитель пропал. Ну и чё, бочка тащит. А давайте по-другому зайдем. Вот так вот сделаем, ребята. Топовое прохождение бочкой соло. Правда, не знаю, ли она выживет. Да, как видите, не может никак зацепиться. Сейчас попытаемся где-то. Тут башня у нас. Ну, попытаемся с этой стороны забежать. Давай, цепляйся. Не хочет она цепляться. Ладно, сделаем по-другому. Стрелковые башенки не дают бочки просто ушатать. Так, как видите, бочка просто появилась и их всех убила. Фрейя — это так себе. Да, конечно, шутки, но... Так, что там у нас следующий топ? Так, ну тут будет поинтереснее, думаю. Тут Фрейя у нас нету. Тут можно трешевать. Тут и хранитель почему-то стоит в защите с края. Ну, это такое. Так, пробуем. Ворожай нам мешает. В принципе, мы не спамим. Сейчас будем спамить. Так, там у нас тотем, да? Вижу тотем. Так, у нас остался Некрос. Ничего себе. Ну, ничего себе. Бочка, давай тащи.
Все, опять ребята бочка зарешала. Видели, только бочку выпустили, некрас пропал. Вот он, вот она имба. Так. И тут у нас Фрея. Специально, что ли, поставили Фрей? Ладно, возьмем. Сейчас потестируем. Бочка, короче, нагнула. Попробуем с Аресом. Это вариант против Фрея, потому что ворожая мы с собой не берем на отхил. У нас с отхил только питомцы. Ну и руны, возможно, ставить. Так, 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 так. Где там наш Ара? Вот берем такого Ару. Так, есть. Ставим его в топорик. Ну, давайте поставим джели. Побежали дальше. Так. Ну, опять же, такой же точно состав. Выкидываем всех. Вот мы, как видите, при таком составе мы блочим. Точнее, блокировали. Правильно, сейчас придется все-таки перезаходить. Так, сейчас еще разок. Да что такое, ну... Ужас просто. Баба не дает бабам пройти. Так, давайте отсюда попробуем. Вот, есть, хорошо. Опять Сидну убили, ну. Да что ты сделаешь? Вот сейчас должны ей не дать зарядиться. Перезайдем. Так, хорошо, заблочили. Да, ну, сколько можно, ну. Давайте этого. Так, бодрый. В принципе, воодушевление тут ничем его не спасут на героях. Самое главное, чтобы Ара наш попал вовремя. А Ара, как видите, у нас вечно. Самое странное, что он очень быстро ваншотится. Огненная защита у кого-то, хотя, в принципе, другие тоже бы минусовались быстро. Да, скорее всего, огненки стоят, но пробуем. Так, у нас остался Негрос. Вот у нас Ара опять сработал. Давай, 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 надо блокировать ее. Самое главное унести Фрею, дальше уже, в принципе. Некрос для нас не... Хотя, хотя, смотрите, что делается. Ой-ой-ой. Шанс сливы, ребята, минимальный. Но это не точно, как обычно. Так, есть. Бедолаги, бедолаги проходят, когда я снял защиту.
Так. Что у нас? Все живы. По юнитам нормально, в принципе, побежали дальше. Понятно, мы тут никак выше места не займем, потому что, видите, как видите, разрыв очень большой. Это все из-за силы. Ну, идем, найдем Санька. Так, это не он. Где там он спрятался? Что, силу слил, что ли? Прибалта. Так, что-то я не понял. Вот он. Не, ну я, конечно, все понимаю. Но вроде нормально. Че, ребята, трешуем, как обычно. Ставим самого имбового героя. Ну, бочка, давай, покажи класс. Поехали. Так, еще разок. Ну все, смотрим. Смотрите, как мы быстро-быстро проходим его одним героем, бочкой. Некрос стоит, Дрейк, Рино. Это жесть, а бочка его просто, смотрите, как сносит быстро. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы видели это, да? Опять шанс слива минимальный был. Чуть не слили. Ну, смотрим. Просто бочка всех шатает. Она даже героям не подходит. Вот это имба. Не зря я ее на 12-12 качал. Просто топ-герой. Что у нас осталось? Две башенки здесь. Девяносто 3%, ребята. 98. Жесть просто. Просто жесть.
супергерой. Так, что нам еще кого-то надо пройти? Идем обратно к монашкам. Ставим Аресика. Потому что без Аресика и без ворожея, если его не использовать с Фрейей, очень сложно бороться. Единственный вариант, если она с краю на нее заблокировать ее умение, там застанить. Как вариант. Так, вот она, Фрейя. Самое главное, видите, РС. Так, тут у нас кто-то стоит. Пробуем отсюда закинуть. Очень быстро Арес слетает. Это очень печально. Как обычно, ребята, трешечок, все для вас. Так, давайте отсюда запустим. В принципе, ну вот, думал, что уже все, ладно, еще немножко повоюем с ним. Как видите, ничего сложного нету. Если у вас стоит Седна, вы можете либо Атлантом, как в прошлой БГ, посливать всех, потом просто добить, либо берете Аресика и со стороны Седны, Фрейя танкуете. То есть, в принципе, как видите, ничего сложного. Вот такая вот БГ была, не знаю, скучная, конечно, но трэша очень мало в последнее время. Но с такими обновлениями, как у нас есть на битве гильдий, просто делать нечего. Все, пишите комменты, как вам бочка. Бочка решает. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.